Дорогие товарищи, телевидение Советского Союза начинает праздничный репортаж, посвященный Дню международной солидарности трудящихся 1 мая. Через несколько минут мы включим Красную площадь нашей столицы, города-героя Москвы. Работают все телевизионные станции страны, все космические телевизионные системы. Репортаж будет передаваться по каналам Интервидения. Внимание! Говорит и показывает Москва. Включаем Красную площадь. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, друзья! С праздником! Солнце сегодня взошло над Москвой 5 часов 48 минут. Но еще раньше, с первыми рассветами Сахалина и Камчатки, пришел в нашу страну 1 мая. В
эти минуты уже в сотнях городов нашей Родины цветет кумачом, шумит народным весельем праздник весны и мира. Советский народ, верный своим интернациональным традициям, встречает сегодня День международной солидарности трудящихся. День, который объединяет всех, кому дорог мир, кто борется за счастливое будущее планеты. Перед вами, товарищи, Красная площадь. Знакомые, дорогие каждому из нас черты, любимые с детства. Вершиной сегодняшнего праздника станут торжества, которые начнутся здесь, на главной площади Советского государства. Время приближается к 10. Эти минуты особенно волнующие. Эти минуты, все, что переживаем мы сейчас, скоро станет историей. Красная площадь помнит страну Советов в победах и печалях, в тревогах и радостях. Меняются годы, десятилетия. Неизменной остается наша вера в победу разума и справедливости, в торжество коммунизма. Имя Красной площади навсегда теперь связано с именем великого человека Земли. Здесь каждый камень Ленина знает. Кадры хроники возвращают нас в 19-й год, год второго советского Первомая. До сих пор, как в сказке, говорил тогда Владимир Ильич, мечтали о том, что увидят наши дети. Но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети. Пророческими оказались эти слова. Красная площадь, 1 мая 1983 года. Все готово к началу торжества. К нам в столицу приехали гости из многих стран мира. Мы их видим здесь, на трибунах. А теперь посмотрим, что происходит на подступах к Красной площади. Сюда, к гостинице «Национали Москва», к историческому музею, собрались участники демонстрации, которые первыми откроют праздничное шествие. В рядах колонны Свердловского района столицы представители ордена «Знак почета» объединения «Трансмаш». К сегодняшнему празднику 127 его тружеников выполнили пятилетнее задание. А план первого квартала завершен предприятием к 30 марта. Добрые слова можно сказать и о десятках других московских заводах, фабриках, учреждениях, чьи представители собрались сегодня на демонстрацию. Торжественное шествие откроют колонны 9 московских районов. Со стороны Манежа пройдут Москворецкий, Пролетарский, Ленинский, Краснопресненский, с улицы Горького, Фрунзенский, Свердловские районы, а от площади Дзержинского, Дзержинский, Бауманский и Калининский районы столицы. На трибунах
передовики производства Москвы и Подмосковья. Рабочие, инженеры, механизаторы, полеводы, труженики колхозных и совхозных ферм. Здесь ученые, писатели, космонавты, деятели искусства, студенты, школьники. Сегодня каждый из нас с гордостью может повторить слова поэта революции. Я счастлив, что я этой силы частица. Прекрасна наша столица, светла, величава и торжественна главная ее площадь. Внимание, внимание, товарищи! Смотрите и слушайте Красную площадь. Внимание, товарищи! На трибуну Мавзолея поднимаются руководители Коммунистической партии и Советского государства. Присутствующие на Красной площади горячо приветствуют генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Юрия Владимировича Андропова, членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС.
Здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма за мир, демократию и социализм. Ура! По доброй традиции, в самом начале праздника московские пионеры поднимаются на трибуну Мавзолея и дарят яркие букеты весенних цветов руководителям партии и государства. Крепить нерушимое единство партии и народа, неуклонно следовать заветам великого Ленина. Дойдут годы, вырастут ребята. Ура! Но эта Первомайская Красная площадь, которую увидели они с трибуны Мавзолея, останется в их памяти на всю жизнь. Цели и задачи, поставленные перед собой партией, точно выражают чаяния и потребности всех советских людей. Эти слова, сказанные генеральным секретарем ЦК партии Юрием Владимировичем Андроповым, являются сейчас как бы эпиграфом ко всему первомайскому торжеству. Народ и партия едины. Тысячи алых стягов, поднятых над колоннами москвичей, заполнят сейчас Красную площадь. Но это багряное полотнище появляется всегда первым. Впереди колонн. Знамя Москвы. Знамя – это и символ славной истории, и символ сегодняшних свершений, подвиги бойцов революции. Тех, кто отстоял нашу столицу в сражениях Великой Отечественной, трудовые достижения москвичей отмечены золотой звездой героя, двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции. На Красной площади появились колонны московских районов. Они идут в 9 потоков. Впереди коммунисты, новаторы производства, ветераны. У многих в этот торжественный день на груди ордена и медали. Необыкновенно разнообразно оформление колонн. Это наш славный обычай в дни всенародных праздников на главной площади страны рапортовать о достижении, показывать, что сделано. Были на Красной площади и первый советский автомобиль, и первый трактор «Фордзон», макет первого спутника и первого атомного ледокола. Транспаранты, макеты, яркие панно, иллюминированные установки рассказывают об экономической мощи нашей Родины, ее движении вперед, о наших планах. И все, чем мы гордимся, что увидим сегодня на Красной площади, создано рабочими руками. Идет трудовая Москва. Ближе всего к мавзолею Ленина, в первом потоке, Москворецкий район. Столица гордится революционными, боевыми и производственными делами трудовых коллективов этого района. Сегодня в его колонии идут 7 тысяч коммунистов и комсомольцев, машиностроители и создатели станков, полиграфисты, ученые, студенты. В первомайском рапорте предприятия района говорится, 10 тысяч человек
досрочно решили выполнить план 1983 года. Площади звучат здравицы в честь Коммунистической партии Советского Союза. Советские люди, коммунисты и беспартийные, славят КПСС, ум, честь и совесть эпохи, руководящую и направляющую силу нашего общества. Велик и славен ее путь. В постановлении ЦК КПСС о 80-летии Второго съезда РСДРП сказано, что 80 лет назад на историческую арену вышла партия нового типа, партия рабочего класса, партия научного коммунизма, партия социалистической революции и коммунистического созидания. Вооруженная учением марксизма-ленинизма, партия большевиков-ленинцев возглавила освободительную борьбу пролетариата и привела трудящихся к победоносному октябрю. По Красной площади проходят потомки и наследники тех, кто с оружием в руках завоевывал и отстаивал рабоче-крестьянскую власть Советов, кто поднимал страну из разрухи, строил новую жизнь и спас народы мира от угрозы фашистского порабощения. Главным итогом созидательной деятельности нашего народа под руководством Коммунистической партии стало построение в СССР развитого социализма. По Красной площади проходят люди, чей сегодняшний труд стал решающим для успешного развития нашей экономики, науки и культуры. В рядах демонстрантов немало и тех, кто совсем недавно был принят в партию. Это молодые рабочие, инженеры, командиры производства. Их принимали на собраниях первичных организаций. Отвечая на вопрос, кто может быть членом партии, они говорили о непременном личном участии коммуниста в работе одной из партийных организаций. А ведь именно этот вопрос был, пожалуй, самым важным на том историческом втором съезде РСДРП 80 лет назад. Владимир Ильич Ленин в формулировке первого параграфа устава настаивал на личном участии. Спор в сущности сводился к тому, какой должна быть партия. «Наша задача, — заявил Ленин на съезде, — оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии все выше, выше и выше. Этому завету наша партия верна и сегодня». Во всех городах страны в этот праздничный день люди выражают свою благодарность партии коммунистов
которая за 80 лет прошла вместе с народом поистине героический путь борьбы и побед. Из небольшой организации революционеров-марксистов она превратилась за это время в могучую, сплоченную партию, насчитывающую ныне более 18 миллионов коммунистов. Не ради чинов мы сплотились в партию. Мы шли под пули, брались за лопаты. Партия — это народная гвардия. Мы, коммунисты, ее солдаты. Партия — это высшая школа для меня и для тех, кто по духу мне братья. Из пионеров — ряды комсомола. Из комсомола вступали мы в партию. От единения заводов и пашин до трасс, прочерченных на космической карте, вся как есть биография наша, страницы истории партии. Не стыдно своими делами гордиться, но все мое личное общим расценено. Я знаю, труд мой только частица великих свершений партии Ленина. История Сталинградской битвы, 40-летие которой недавно отметила наша страна, особое место занимает подвиг небольшой группы советских войск, державших оборону севернее тракторного завода. Она, эта группа, стояла там насмерть и не отступила перед яростным натиском врага. И вот спустя несколько лет на месте бывших боев была построена школа. Ученики этой школы вместе со своим преподавателем Федором Федоровичем Слипченко решили разыскать героев, найти наиболее точные сведения о них. Сделать им удалось многое. Уже сейчас в школе создан целый музей, который насчитывает свыше 3000 экспонатов. Открыта даже диорама, на которой изображены отдельные моменты боев. И вот сейчас здесь, на трибуне, вместе с нами находится бывший комиссар той героической группы войск Владимир Александрович Греков и герой Советского Союза, писатель Владимир Васильевич Карпов. Действительно, поисковая работа, историко-информационная деятельность школы общественности тракторозаводского района Волгограда заслуживает самой высокой похвалы. Они избрали для себя метод отбора материалов, который можно вполне назвать научным методом.
Историческая правда для них самый главный критерий в отборе материалов и в разъяснении того, как и что было. А было очень грозно, было очень тяжело, и тем больше похвалы рыцарям Сталинграда, которые сражались, будучи отсеченными от основных сил армии Василия Ивановича Чуйкова, 62-й армии. И не только устояли, но приковали к себе основные силы 16-й танковой дивизии немцев. Той дивизии, которая Паулюсу очень нужна была в резерве для того, чтобы парировать готовившиеся наши контрнаступления. А оборонялись рыцари Сталинграда стойко, умело, мужественно, беззаветно. Ведь бригады подполковников Болвинова и полковника Горохова были прижаты к берегу, полностью отрезаны и от Донского, и от Сталинградского фронтов. И тем не менее устояли. Конечно, 40-летие собирало ветеранов на встречи, многое вспоминалось. И если лейтмотив этих разговоров ветеранских выразить как-то кратко, мы хотим, чтобы наследством для наших внуков, правнуков был бы мир. 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 Это, пожалуй, самая главная, самая важная историческая проблема современности. Вот здесь на Красной площади, я сказал, исторической, идут творцы истории. Каждый из нас участник и творец этой истории. Ну, кроме того, что это все здесь наше общее, наше самое главное, еще здесь всегда соприкасаешься и с личным вот твоим участием в этой самой истории. Ну, здесь Владимир Ильич Ленин, создатель нашего государства, самый близкий человек каждому из нас и многим еще поколениям. Ну, для меня Красная площадь и веяние истории, вот 39-й год, здесь принимали присягу бойцы. Тогда это делалось одновременно по всей стране. Читалась отсюда присяга с Красной площади. И мы, молодые бойцы, я тогда стоял в строю курсантов, выполнили, соблюли эту присягу. И вот следующий веха истории, парад победы. Я здесь шел по этой брусчатке своими боевыми друзьями. Это был счастливейший момент в моей жизни. Было мне 22 года, а я уже был победитель тогда. С отличным настроением участвуют в сегодняшней демонстрации труженики Ждановского района столицы. По традиции, в канун 1 мая были подведены итоги соревнования московских районов. И переходящее красное знамя, награда за первое место, завоевал Ждановский район. На всю страну известны своими делами трудовые коллективы, идущие сейчас в колонии района. Первый государственный подшипниковый завод рапортует: сверхплана 1 мая выпущено 100 тысяч подшипников. 75% продукции выпускается со знаком качества. Этот транспарант проносят по Красной площади представители завода автоматических линий имени 50-летия СССР. Рядом шагают шеренги первого московского часового завода. Его часы с маркой «Полет» завоевали добрую славу и в нашей стране, и за рубежом. Один из старейших в Москве, Ждановский район быстро строится, его украшают аллеи и скверы. Начавшись в центре столицы, он протянул свои широкие проспекты на юго-восток города. Это рабочий район, и поэтому есть здесь марксистская, пролетарская, коммунистическая улицы. Идет победитель соревнования районов Москвы Ждановский. Угрозу войны отстоим и углубим разрядку. Ура!
планеты. Умножайте усилия в борьбе за предотвращение ядерной катастрофы. Миру мир! Ура! Так уж повелось в нашей стране, свои города, поселки, улицы, корабли и шахты называем мы дорогими именами, чтобы знали их люди всей земли, чтобы память о героях, о знаменательных событиях и делах сохранилась в грядущем. День рабочей солидарности отмечают люди по всей земле. Но у каждого из нас есть свой, самый памятный Первомай. Для увеленных сединами ветеранов нашей партии алый стяг первой маевки – начало пути в революцию. Вспомните, первый всероссийский коммунистический субботник состоялся в праздничный майский день 20-го года. Будем строить новое общество. Нас не испугают гигантские трудности, писал тогда Владимир Ильич Ленин. Именно в 20-м на карте нашей страны появилось сразу два города Первомайска. Для старшего довоенного поколения москвичей памятник Первомаю 1935 года – пуск первой очереди метрополитена. И не случайно одна из многочисленных его станций называется Первомайской. Первомайский день 45-го, считанные дни до победы. Над Рейхстагом уже красное знамя, но снова и снова уходят в бой воины Великой Отечественной. Победным маршем по освобожденным городам отметили они май 1945-го. Нынешний Первомай мы встречаем с думой о мире, работая, украшая свою землю, воспитывая детей, создавая могучие машины, космические корабли. О наших делах, успехах, планах рассказывают сегодня рапорты и транспаранты, поднятые над колоннами. Мы встречаем Первомай!
Слава великому советскому народу, строителю коммунизма, последовательному борцу за мир! Ура! На Красную площадь вступают трудящиеся Октябрьского района столицы. В числе его предприятий станкостроительный завод имени Орджоникидзе. С его рабочим коллективом встречался недавно генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. Здесь, на гостевой трибуне, представители славного рабочего коллектива орджоникидзевцев. Слесари-сборщики Владимир Григорьевич Комаров, Юрий Федорович Сахацкий, токарь Евгений Пантелеймонович Копьев и директор объединения Николай Сергеевич Чекирев. Для коллектива нашего завода была большая честь встречать Юрия Владимировича Андропова. Юрий Владимирович Андропов для коллектива завода высказал много хороших пожеланий, которые мы сейчас претворяем в жизнь. Предусмотрены были обязательства, принятые на 83-й год. Мы сейчас думаем сделать еще одну автоматическую линию сверхплана по этому году. Коллектив нашего завода сейчас выполняет очень серьезный заказ по выпуску новых комбайнов «Дон 1500». Мы думаем, что взятые обязательства коллектива нашего завода на этот год будут выполнены с честью. Ну, мне бы хотелось сказать, что наш коллектив сегодня радостно встречает «Первомать». За большие успехи в труде в первом квартале наш завод уже вот 43-й квартал подряд награждается красным знаменем нашего министерства и ЦК профсоюзов. И вот те успехи, которые были достигнуты в первом квартале, конечно, нужно закрепить. И третий год 11-летки закончить успешно. Выше знамя социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение заданий 11-й пятилетки. Ура! Плечах. Как это знакомо. Вот вырастут они, сами станут родителями, но всегда будут помнить, как с высоты отцовских плеч смотрели на праздничную Красную площадь, как передавалась им радость всех, кто шагал рядом. Отцовские плечи поднимают детей. Верная опора на всю жизнь. Старшее поколение будто говорит младшему: смотрите, так мы живем, так отмечаем свои успехи. Учитесь у нас, будьте лучше нас. Слово лауреату государственных премий, писателю Анатолию Алексееву. Все лучшее детям. Это стало не просто лозунгом, а прекрасной былью в нашей стране. В то время как во многих капиталистических странах идет оголтелое наступление на разумное, доброе, вечное, мы воспитываем наше молодое поколение, поколением истинных гуманистов и интернационалистов, настоящих борцов за счастье народное. Мы первая в мире страна, где всеобщее обучение, образование стало непреложным законом.
Вы первая в мире страна, где детям принадлежат дворцы, сказал мне один зарубежный писатель. И в самом деле, дворцы пионеров, дворцы культуры, дворцы здоровья, стадионы, театры, дворцы, я уж не говорю о тысячах новых школ. Все эта страна щедро дарит своим детям. Но самая большая забота нашего государства – это забота о том, чтобы детям всегда сияло доброе солнце мира. Недавно в своем ответе американской школьнице-пятикласснице Юрий Владимирович Андропов писал: «Мы хотим мира, нам есть чем заняться, выращивать хлеб, строить и изобретать, писать книги и летать в космос. Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты, для своих детей и для тебя, Саманта». Да, борьба за мир, битва против битв, сражение против сражений, катастрофических для человечества. Это благороднейшее дело, которое наша страна совершает и во имя счастливого детства, а значит, во имя грядущего, во имя будущего. Красной площади вместе с нами находятся представители трудящихся более 100 стран мира. Я хочу представить вам делегацию профсоюзов Чехословакии. Я вас поздравляю, товарищи, с праздником 1 мая. И я предоставляю слово главе делегации, председателю Южно-Моравского областного совета профсоюзов, члену Центрального совета революционного профсоюзного движения Чехословакии, товарищу Людвигу Оплеталу. Мы хотели от имени рабочих Чехословакии передать всему советскому народу в день огромного торжественного собрания 1 мая пожелать всех земных благ, успехов, труде, личной жизни, счастья. Дружба между чехословацкими народами и советскими народами имеет глубокие корни. Вспомните, например, в том, что Юлиус Фучик сказал 40 лет тому назад: «Люди, я вас любил, будьте бдительны». И мы думаем, что праздник 1 мая в этом году говорит этими словами еще серьезнее, чем 40 лет тому назад. Дорогие друзья, мы вам желаем от всего сердца, чтобы третий год 11-й пятилетки мы успешно выполнили, собственно, у вас и у нас. Всего доброго вам! Настойчиво боритесь за претворение в жизнь
Решений ноябрьского 1982 года пленума ЦК КПСС. Ура! Сегодня здесь, на трибуне Красной площади, писатели и поэты разных поколений. Это уже традиция участия в репортажах с Красной площади деятелей советской культуры. 50 лет назад отсюда, с Красной площади, шел первый репортаж, радиорепортаж, и в нем тоже принимали участие деятели советской литературы. А сейчас я вам представляю народного поэта Дагестана, героя социалистического труда Расула Ганзатова. Вам слово, Расул Ганзатович. Поэт сказал: начинается земля, как известно, от Кремля. Действительно, от Кремля, от Москвы до самых окраин нашей Родины и всей планеты сегодня многоязычный, многозвучный, многокрасочный май шагает по планете. Трава стремится к солнцу, птицы стремятся к югу, а вот мысли и чаяния людей стремятся к правде, к идеям нашей партии, к идеям всем знакомым родным сценам Красной площади. Сейчас я слышу, по всей планете поет стоязычный песни, на сто языках песни. Но это все же без перевода можно понять. Это все, это всеобщая песня. Это гимн солнцу, гимн маю, гимн дружбе, гимн нашей ленинской правды, гимн нашей партии, гимн нашему великому Ленину. О Ленине поет страна сейчас, потому что мы живем и работаем под знаменем ленинских идей, где написано мир, правда, свобода, демократия и социализм. И я помню май в далеком ауле, и там из поколений в поколение передавали горские поэсы о Ленине. И первым пришел и людьми нас назвал. Мы под ленинским знаменем стали полно, на каком языке ни говорили, полными хозяевами всей земли. И наша правда, ленинская правда, идет по всем континентам. Thank you.
советские профсоюзы, школа управления, школа хозяйствования, школа коммунизма. Алые гвоздики – символ международного рабочего праздника. Праздника, который вместе с нами встречают миллионы людей во всем мире. И вот здесь рядом со мной делегация из Греции. Делегация правящей партии страны ПАСОК – Всегреческого социалистического движения. Делегация из Южноафриканской республики, Мексики, Японии. Разрешите эти цветы подарить наши гости, пожалуйста. Герасимос Бестроянец, глава делегации. Он с юношеских лет участвует в демократическом движении своей страны. Один из основателей партии ПАСОК. Герасимос, вам такой вопрос. Под какими лозунгами сегодня вышли на первомайскую демонстрацию трудящиеся вашей страны? Пожалуйста. Сегодня греческий народ вышел под лозунгом «Долой американские ракеты из со всей Европы!» Балкон, «Балкан!» «Да миру в Средиземном море!» «Нет американским ракетам!» И мы, говорит Герасимос Бестроянец, отсюда, с Красной площади, выражаем свою неуклонную волю к миру, свободе, демократии, социализму. Во время нашего пребывания здесь, говорит он, мы убедились в огромных достижениях советских людей во всех областях экономики, науки, искусства. Мы ощутили огромное чувство искренней дружбы и симпатии советских людей к нам, к греческому народу. Да здравствует дружба между советским и греческим народами. Да здравствует мир между народами. Спасибо. Весна заявила о себе не только цветением и нежной зеленью, но и гулом тракторов на полях и шумным голосом ферм, будто воспрянувших ото сна, и извечной хлеборобской заботой, когда весенний день год кормит. И как в этот день отсюда, с Красной площади, не послать нам привет тем, кто и в праздник не может обойти стороной поле, кому и в такие дни, отмеченные в календаре красным цветом, необходимо быть на ферме, на животноводческом комплексе. Сельская страда не знает передышек. В заботах одной бригады, одного колхоза, сказывается общая забота страны о хлебе насущном. Сельская страда касается всех нас. В решении продовольственной программы деревня и город действуют рука об руку. Наше сельское хозяйство – это фронт, это бой, это трудные шаги к успеху. А успех бывает тогда, когда любовь к земле помножена на современные знания и передовой опыт. Когда во всем, даже в мелочах, чувствуется хозяин. Быть хозяином на земле – и честь, и ответственность. Сельское хозяйство должно идти в ногу с научно-техническим прогрессом. Это требование времени. Важное. Неотложные задачи стоят сейчас перед тружениками села. А весна всегда начало начал, время беспокойного труда и ясных надежд.
Голос Красной площади слышен сейчас повсюду, в самых дальних селах, в самых далеких аулах и кишлаках. Пожелаем успеха всем, кто работает на земле. Да здравствуют доблестные вооруженные силы СССР! Ура! Эти ребята представляют 1700 школьников, выпускников 10 классов Брянщины. Все они решили отправиться после окончания школы работать в село. Рядом с ними Иван Иванович Кухарь, председатель колхоза имени Владимира Ильича из Подмосковья, прославленный председатель, который уже 33-й год работает еще на земле. Вам слово, Иван. Я хотел бы поздравить наших дорогих гостей, ребят из славной Брянской области. Поздравить их с днем 1 мая и пожелать вам, дорогие ребята, больших трудовых успехов в будущем вашей работе на благо нашей славной советской родины. Лена Косенкова, командир сводного отряда животноводов. Пожалуйста, Лена. Сегодня праздник 1 мая. Встречаем мы его на Красной площади. Со мной мои друзья Гришина Света из Теменческой школы, Суганкова Ирина Сводарчевской школы, Захарченко Олег Дмичуринской средней школы. Мы после школы работаем, ходим, помогаем на ферму. И в летние каникулы мы работаем на фермах. Нам очень понравилась эта профессия. После школы мы остаемся работать в родных хозяйствах. И хотим, чтобы наш отряд животноводческий сохранился, и это будет нашим вкладом в выполнение продовольственной программы. Я знаю, что много ребят остаются работать в сельском хозяйстве. Я хочу их поздравить с праздником, с Красной площади, с праздником 1 мая, а также своих старших товарищей, учителей с праздника. Они сейчас нас смотрят здесь. Ну что ж, Леночка, успехов вам, ребята! Oh!
здравствует неразрушимое интернациональное единство и братская дружба народов Советского Союза, животворный источник силы нашего общества! Ребята, ура! На нашей трибуне здесь находится герой Советского Союза Юрий Васильевич Малышев и дважды герой Советского Союза Владимир Викторович Аксенов, представители довольно многочисленного уже отряда советских космонавтов. А 50 лет назад вот здесь, над Красной площадью, также ярко сияло солнце. И тогда, 1 мая 1933 года, на Красной площади прозвучал голос Константина Эдуардовича Циолковского, замечательного нашего соотечественника, ученого, который предсказал практически все развитие космической эры, то, что происходит в сегодняшние дни. Сейчас мы вновь услышим голос Константина Эдуардовича Циолковского. Тихого, скромного города Калуги позволю себе обратиться к первомайским, пролетарским и колхозным колоннам с горячим отеческим приветом. Недавно я сделал открытие, которое, возможно, сделает уже вас, виновников первомайских торжеств, свидетелями первого заатмосферного путешествия. Юные летатели, они герои, смельчаки, проложат первые воздушные тропы, трасс на пользу всего человечества, для того, чтобы легче дышалось, радостнее животное. Все органы власти! Ура! Я вот подумал сейчас, что 50 лет это и много, и мало. Ведь практически вот сейчас в этих праздничных колоннах наверняка идут люди, которые шли тогда, 1 мая 1933 года, здесь по Красной площади, и о которых в то время говорил Константин Эдуардович, юные летатели. Вполне может. То, о чем говорил Константин Эдуардович Циолковский, притворяется в наших трудовых буднях, в наших праздниках, в таких ярких, каким является 1 май, международный праздник солидарности, борьбы за мир, борьбы против ядерной угрозы, борьбы за технический прогресс. И мы, советские космонавты, сделаем все для того, чтобы мечта Циолковского, мечта лучших умов человечества, мечта Ленина, нашей коммунистической партии, претворилась в жизнь. За победу наших отцов в революции, в войне мы клянемся быть достойными всех советских людей. Вас, дорогие товарищи, с праздником! Космос сегодня – это решение важнейших народохозяйственных задач. Это экономическая отдача, которая уже сегодня окупает все затраты на космические программы. Это беспредельная дорога в познании, в прогрессе человечества, в накоплении им таких возможностей, которые помогли регулировать силы нашей природы, управлять природой нашей Земли, осваивать и космическое околосолнечное пространство, и нашу Вселенную. Вот над этой задачей, постановкой космоса на благо человечества, на благо всей Земли, работают сейчас советские ученые, советские специалисты и мы, космонавты. Космос должен служить человечеству. Это задача всех народов нашей Земли. Эту задачу ставят перед нами наше советское правительство, коммунистическая партия. Эту задачу решаем мы, космонавты. Здравствуй, коммунистическая партия Советского Союза!
русское слово «май». Но в нем и наш праздник, и весеннее солнце, и, конечно, цветы. В канун 1 мая цветоводы Грузии, Крыма, Краснодарского края прислали в Москву первые распустившиеся гроздья сирени. Самолеты доставили белые и золотистые нарциссы, душистые лепестки. Квартиры москвичей украсили розы, гвоздики, тюльпаны. Май – это зелень первой листвы, цветенье яблонь и черемухи. Множество цветов, живых и рукотворных, сегодня в праздничных колоннах. Все яркие краски родной земли, цветы наших лугов, равнин, горных отрогов и перелесков вобрал в себя первомайский праздник. Здравствует миролюбивая ленинская внешняя политика Советского Союза! Ура! Воплотим в жизнь советскую программу мира! Ура! В нашем праздничном первомайском репортаже участвует известный советский поэт Рима Казакова. Дорогие друзья, дорогие сограждане, вы, конечно, ощущаете, какое здесь, на Красной площади, у всех у нас радостное, светлое, приподнятое настроение. И я особенно рада, что вместе с писателями старшего поколения здесь находятся и мои младшие коллеги, поэты, которых я хочу вам представить. Диомид Костюрин, Лариса Тараканова, Татьяна Веселова. Они пришли сегодня на Красную площадь с детьми, с лучшими надеждами. И я уверена, что это выльется в новые, очень интересные и очень значительные строки, которые лягут в основу их будущих книг. Да, май – это совершенно особый праздник. Он вместил в себя столько борьбы, трудов и трудностей, озарений и побед людей разных времен и народов, что верится во все лучшее. Когда восходит над землею в май, он возвещает весть, расцвесть деревьям. Он человека просит: не ломай все, что весенним обретешь дареньем, еще хрустальных рубок невесом, новорожденный день тепла и света, планета от зимы не отогрета, пока не поспешим, пока все это мы с вами сами в руки не возьмем. И Первомай, надевший красный бант, приветствуя весну, работу праздник, велит, как бригадир и как комбат, принять опять на плечи долг прекрасный, растить в дому дитя и в поле злак, растить в душе любовь, добро и нежность, и знать, такого долга неизбежность, есть времени, веление и знак. На пашнях всходов первое письмо, и радостью работы сердце рада, и как большая майская бригада сегодня человечество само.
Никто ни не заметен и не мал. В семье, бригаде этой человечьей и верится, прекрасен мир и вечен, когда восходит над землею май. С праздником, хорошего всем настроения, счастья. С вечностью обновления поровну наделя, каждому поколенью юность дает земля, молодость мироздания, память живых огней. Стань же моим призванием, юной земли моей, в алых лучах рассвета, в роздыме голубой, юность моей планеты, стань же моей судьбой, чтобы, отвергая крохи, билось одно в груди, юность моей эпохи, дальше меня веди. Сейчас главная площадь страны словно расцвела знаменами. Красное знамя, его судьба легендарна. Пробитое пулями, опаленное огнем, оно было с нами и в дни суровых испытаний, и в дни наших праздников. Его древко держали крепкие руки рабочих, красноармейцев гражданской и воинов Великой Отечественной. Место знамени в строю, будь то боевой, трудовой, праздничный. Самый первый, самый точный символ революции – красное знамя. С каждым Первомаем все больше и больше красных знамен реет над нашей планетой. Ура! Thank you.
Знамя пролетарского района столицы пронес по площади один из старейших рабочих завода «Динамо» Борис Алексеевич Коротков. Слесарь-инструментальщик, он представлял партийную организацию завода на 26-м съезде КПСС. Его труд отмечен орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Единство Знамени. Единство партии и народа, верность советам великого Ленина, залог всех наших побед! Ура! Счет 1984 года работает герой социалистического труда, зуборезчик высшего разряда Евгений Митрофанович Ефремов. Он представитель многотысячного коллектива автомобильного завода имени Лихачева. Проработал на нем более четверти века. Но особо гордится коммунист Ефремов своими учениками, которых воспитал за эти годы. Их у него десятки. Сегодня мы очень часто повторяем эти слова. Борьба за право на мир, борьба за право на труд – это актуальные лозунги для стран капитала. Здесь, на Красной площади, сегодня присутствуют представители рабочего класса, представители трудящихся стран Западной Европы. Я беседую с гостем из Италии, Сантино Пикетти. Сантино, che puoi dire adesso, stando qui in Piazza Rossa? Una manifestazione come questa che stiamo assistendo evoca soprattutto un sentimento di pace. Tante bandiere, которую мы сегодня видим, tante bandiere, эта демонстрация заставляет нас еще раз думать о мире, о мире, о солидарности, о чувствах дружбы, которые демонстрируют здесь советские трудящиеся. Сегодня демонстрации проходят также и в Италии. Сегодня итальянские трудящиеся выступают против ракет, новых американских ракет за мир. Мне очень нравится выражение, которое у нас повторяется в Италии. Пускай будут опустошены ядерные арсеналы, пускай будут полны амбары. Мы хотим, чтобы у нас тратилось меньше на военные нужды и тратилось больше денег на нужды трудящихся. Это привело бы к тому, чтобы лучше стали жить люди в Западной Европе. Разрешите мне пожелать советскому народу счастья, мира и процветания. Пусть живет дружба, и пусть живет и процветает дружба между народами. Thank you.
Союз Советских Социалистических Республик! Ура! Руководством коммунистической партии вперед к победе коммунизма! Ура! Сегодня, как и обычно, демонстрации, праздничные шествия завершат бойцы студенческих строительных отрядов. 25 лет назад были созданы эти отряды. Свой юбилей они встретят в работе. Строя жилые дома и животноводческие фермы, железные дороги и теплицы, ребята прежде всего строят самих себя. Немало настоящих ученых, инженеров, командиров производства вышло из их рядов. И сегодня здесь Вячеслав Дмитриевич Письменный, комиссар того самого первого стройотряда. Ныне он доктор физико-математических наук, профессор, лауреат государственной премии. И бойцы нынешнего стройотряда, студенты МГУ и их комиссар Андрей Рогалев. Вячеслав Дмитриевич, ну вам, наверное, в начале слова. Вот когда я сейчас вижу перед собой шеренги, такие красивые, стройные, строгие, судотрядовцам, которым дано прекрасное право завершить эту великолепную демонстрацию. И вообще всякий раз, когда я в Москве встречаю гурьбу молодых ребят вот в такой униформе, что-то в душе ёкает, и это как несколько минут возвращенной молодости. Вспоминаются друзья, с которыми все это начинали, командиры и комиссары тех лет, Сергей Литвиненко, Инна Зенушкина, Галыма Бельсиитов, Виктор Рынза. Вспоминаются первоцелиники, и среди них в первую очередь директор нашего первого совхоза Марк Павлович Николенко. Нас всегда там ждали и верили, что мы уезжаем только на два семестра, а на третий снова приедем на целину. Памятен первый, как всегда, самый трудный год, когда едешь в такие отряды. Для меня это был 58-й урожайный, очень трудный год. Первый мост, который наш отряд построил под Кулундой. Первая школа под Целиноградом в Рождественке, которую студенты спроектировали на одном дыхании, построили. Вот очень хочется пожелать ребятам, которые в этом году поедут в составе 25-го юбилейного отряда, особенно тем, кто поедет впервые, чтобы для них он был таким же памятным и первым, каким он был в свое время для нас. Большое спасибо, Вячеслав Дмитриевич, за напутствие. И мы обещаем, что мы будем достойными тех первых, которые работали 25 лет назад на Целине. В этом юбилейном году 40 бойцов нашего отряда будут работать в совхозе Вячеславском, Вишневского района Целиноградской области. А всего в этом третьем трудовом семестре будут работать 800 тысяч бойцов Всесоюзного студенческого строительного отряда. Thank you.
слесарь завода имени Сергора Женикидзе Владимир Григорьевич Комаров смотрел праздничное шествие отсюда, с трибуны. Здесь шли ваши товарищи, Владимир Григорьевич, да, товарищи ваших товарищей. Шла трудовая Москва, земляки наши. И впечатления, конечно, огромные у всех нас. Нигде так ярко не ощущаешь величие нашего народа, величие наших планов нашей коммунистической партии, нашего советского правительства, как здесь, на Красной площади. Здесь еще крепче ощущаешь единение партии и народов. Впереди у нас грандиозные планы, планы выполнения решений 26-го съезда нашей родной коммунистической партии. Эти планы – это улучшение жизни и благосостояния нашего советского народа. И я думаю, что вот впечатление такое, что здесь такой подъем, большой настрой, и чувствует, что эти планы будут выполнены, и выполнены будут заранее, и своевременно, и в срок. Народной солидарности трудящихся в борьбе против империализма за мир, демократию и социализм. Ура! Великому Ленину слава! Коммунистической партии Советского Союза слава! 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 Ура!
советскому народу, строителю коммунизма, слава! Слава! Слава!